Горсовет сформировал комиссию, которая будет заниматься конкурсной процедурой по выбору главы администрации Мурманска. Эта должность после инаугурации Андрея Сысоева в качестве главы муниципального образования остается вакантной. Заседания Горсовета – лишь малая часть работы депутатов. Рейды и проверки – вот что занимает больше всего времени. Например, недавно народные избранники посетили депо электротранспорта, посмотрели на то, как работает предприятие и поздравили водителей с профессиональным праздником. Проинспектировали парламентарии филиал 27-й школы, в котором учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Недавно здесь завершили череду ремонтов. Что касается обычных школ, то в некоторых из них открылись оздоровительные лагеря. Осенняя смена одна из самых коротких в сезоне, длится всего 5 дней, но, по словам специалистов, одна из самых насыщенных. Особое внимание уделяется питанию детей, в меню сезонные фрукты и овощи. Пока одни школьники на каникулах ходят в кино и по театрам, другие показывают умение маршировать и петь. В Мурманском центре патриотического воспитания «Юная гвардия» состоялся первый городской смотр строя и песни школьных отрядов. Подробнее об этом в новом выпуске программы «Городские хроники». На третьем в этом политическом сезоне заседании городского совета депутатов Мурманска 12 вопросов. Первые два об избрании заместителей председателя. Всего у Андрея Сысоева по уставу должно быть 3 зама. Одного из них, Тамару Прямикову, выбрали 2 недели назад. На 2 вакантных места в этот раз выдвинуто по 1 кандидату. Это Игорь Марарь и Михаил Белашеев. Большая нормотворческая работа, в частности, работа над уставом города-героя Мурманска. Как конституция города-героя Мурманска, это, в общем, такая работа кропотливая, вносятся изменения в соответствии с законодательством. И, конечно, не могу не остановиться на очень важной работе Совета депутатов, которая является таким очень важным элементом для нас, мурманчан, как жителей города-героя Мурманска. Это работа по патриотическому воспитанию, по вековечной памяти героев Великой Отечественной войны. Парламентарии выбрали Игоря Мараря и Михаила Белашеева единогласно. Также на заседании утверждены составы рабочих органов Совета депутатов и избранные председатели постоянных комиссий. По бюджету и финансовому регулированию Сергей Коробков, по нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления Любовь Малыгина, по экономической политике и хозяйственной деятельности Игорь Марарь и по социальной политике Антонина Климова. На повестке дня и проведение конкурса на замещение должности главы администрации. Сегодня Совет депутатов выдвигает своих 5 кандидатур для работы в комиссии по выбору кандидатов на должность главы администрации. И, соответственно, опять же, согласно положению, будет выбран председатель комиссии. В состав комиссии включены глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, депутат Мурманской областной думы Герман Иванов, председатель контрольно-счетной палаты города Мурманска Татьяна Новикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова, депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров. Электротранспорт – одно из крупнейших транспортных предприятий в Мурманской области. С 1962 года оно совершает троллейбусные перевозки пассажиров в заполярной столице. А с 2014 года электротранспорт стал заниматься и автобусами. Работа очень ответственная. Очень хочется поздравить и коллектив, и самих мурманчан, потому что перевозка все равно 44 миллиона поездок в год. И причастные к транспорту очень и очень многие. Поздравить наших ветеранов с праздником. У нас вот в октябре мы им несколько оказываем помощь. Вот могу сказать, уже 350 человек, это со стажем работы 15 и более, были у нас сейчас на предприятии и сильно были благодарны. Городские автобусы и троллейбусы считаются самыми безопасными и комфортными, а условия труда на предприятии одними из лучших. И депутаты горсовета сами убедились в этих утверждениях. Приятное очень впечатление. Видно, что руководитель этого предприятия заботится прежде всего о сотрудниках, потому что очень важно, в каких условиях люди работают. В основном мы видим, ремонты сделаны, очень серьезное техническое оснащение. Геннадий Сидоренко 26 лет проработал водителем автобуса на линии. Теперь учит этому мастерству новичков. Работа непростая, но очень важная, ведь от профессионализма водителя зависит жизнь десятков людей. Категория D – это элита, можно сказать. Люди нам доверяют своей жизни, и мы в первую очередь должны думать о том, сколько человек доверили своей жизни там за спиной у нас едут. Так что мы, соответственно, и поведение на дороге тоже обязывает. Стоит отметить, что парк общественного транспорта регулярно обновляется. Только в этом году предприятие закупило 10 новых троллейбусов. Скоро ожидается поставка еще 2. Автобусный парк пополнился 6 новыми транспортными средствами.
Глава города проинспектировал филиал 27-й школы, в котором учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Недавно здесь завершили череду ремонтов. В филиале школы номер 27 обучается 91 ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата различной степени тяжести. Из них 40% передвигается только на колясках. Для обеспечения благоприятного пребывания детей в образовательном учреждении были реконструированы системы тепло- и водоснабжения, отремонтированы санузлы, в части помещений заменены окна. Здесь, во-первых, мы сделали полностью ремонт, то есть поменяли сети, разобрались полностью с отоплением. Почему? Потому что действительно здесь должны быть особо комфортные условия для детей. Ну, а ведь дело в том, что если даже ты решил проблему, это не значит, что в текущем развитии, так скажем, проблем не будет. Поэтому самое главное, чтобы был контроль, правильная эксплуатация этого здания и вовремя выделяли средства на поддерживающий, так скажем, ремонт. Для того, чтобы обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья успешно осваивали образовательные программы, в учреждении постоянно ведется работа по созданию комфортной среды. Сделано, в принципе, очень много, потому что обучение детей с особыми потребностями требует вот создания такой безбарьерной среды и специальных условий. Поэтому вы, проходя по учреждению, видели, что оборудованы пандусы, поручни, что закуплена специализированная мебель, подъемники и функционирует лифт для поднятия детей на второй этаж. Ну, в принципе, основное сделано вот для того, чтобы детям здесь было комфортно и доступно. В следующем году в школе планируют сделать ремонт прачечной и пищеблока. Что касается обычных школ, то в некоторых из них открылись оздоровительные лагеря. У школьников Мурманской области начались осенние каникулы, а это значит, что перед родителями встал вопрос, чем занять собственного ребенка. Смена длится очень мало, 5 дней, но вместе с тем эта смена включает в себя очень много различных мероприятий, прежде всего различных образовательных, познавательных. Вот сегодня у нас детишки все побывали в театральном центре на спектакле. Это очень много планируется экскурсии и посещения музеев, и кинотеатров. То есть достаточно интересная и очень познавательная программа. А чтобы дети не остались голодными, в лагере предусмотрены завтраки и обеды. Питанию здесь уделяют особое внимание. Меню разработано согласно всем требованиям и ГОСТам. В рацион входят сезонные фрукты и овощи. Школьникам такой отдых по душе. Я хожу сюда в лагерь, мне хочется, им нравится. Мне нравится то, что мы ходим куда-то, добрые учителя в лагере. Что там разрешают. Ну, там можно практически все делать, только не кричать, не... Хорошо кормят. В этот раз на базе мурманских школ работают 8 городских оздоровительных лагерей. Отдохнуть и набраться сил перед полярной ночью смогут более 1000 юных мурманчан. Стоимость путевки не меняется уже несколько лет. Насколько вкусный суп или вторые блюда подадут ученикам в столовой, зависит от центра школьного питания, который обслуживает 50 муниципальных общеобразовательных учреждений. Работой по формированию меню и производству полуфабрикатов предприятие занимается с 2012 года. На сегодняшний день можно говорить о том, что все-таки питание в городе Мурманске, оно достаточно на, может быть, даже и на высоком, можно говорить, а на хорошем, с хорошим плюсом, в общем-то, уровне. Почему? Мы полностью вот отвечаем за качество продуктов питания, которые поступают для того, чтобы продукты питания подготовились в наших пищевых. В детском оздоровительном лагере гимназии номер 8 школьники получают полноценный завтрак и обед, чтобы у ребят было достаточно сил играть и обучаться. Блюда готовят в образовательном учреждении из обработанных в центре школьного питания продуктов. Только хлебобулочные изделия привозят уже выпеченными. Широчайший диапазон, то есть начиная от салата из свежих овощей и заканчивая, ну сегодня это груши. И нужно сказать, вот основной вопрос у меня был к руководству, так скажем, школы, руководству лагеря, а насколько детям это нравится? То есть основной показатель, если не оставится в порядке ничего, значит все хорошо, значит все хорошо организовано. На время лагерной смены коридоры гимназии адаптировали под площадку для обучения правилам дорожного движения. Детям наглядно показывают, как должен вести себя пешеход и водитель, объясняют основные знаки и правила. Если вот сегодня мы наблюдали изучение правил дорожного движения вот в широком диапазоне, начиная от управления транспортными средствами, самокатами, велосипедами, изучения знаков дорожного движения. И нужно сказать, что в городе сегодня, в каникулы, 1500 детей отдыхают вот в таких вот лагерях, которые организованы в школах.
Организаторы постарались создать благоприятные условия для укрепления здоровья и проведения досуга детей во время осенних каникул, особое внимание уделив питанию школьников. К слову, во всех школах, гимназиях и лицеях Мурманска используют технологии безналичной оплаты за питание через терминалы. Пополнить индивидуальный счет ученика можно на сайте центра. Пока одни школьники на каникулах ходят в кино и по театрам, другие показывают умение маршировать и петь. В Мурманском центре патриотического воспитания «Юная гвардия» состоялся первый городской смотр строя песни школьных отрядов. Лицеист Владимир Кочин мечтает связать свою жизнь с военным делом, служить на благо Родины. Чтобы приблизиться к заветной цели, он решил стать юнармейцем, а помогают ему и другим участникам педагоги. Например, учат маршировать и петь патриотичные песни. К этому мероприятию мы готовились долго и усердно. У нас очень хорошая команда, и мы настроены победить. В необычном соревновании приняли участие около сотни человек. Это ученики мурманских школ 16 и 44, гимназии 5 и 7, а также лицеисты из мурманского политеха. Во-первых, юнармейские отряды, прежде всего, цели – это, конечно же, патриотическое воспитание. И нас, педагогов, волнует, какие выйдут из детей люди. Прежде всего, патриоты. Патриоты малой родины, патриоты своей России. Команды продемонстрировали свои умения и навыки в двух конкурсах – смотре строя и песни, а также в неполной сборке-разборке автомата. По результатам испытаний лучшие юнармейские отряды станут участниками торжественного марша во время празднования Дня Победы в Мурманске.